После теракта в Крокус-Сити-Холле Россию накрыла волной ксенофобии. Среди 11 задержанных по делу о нападении – граждане Таджикистана и Кыргызстана. Граждан стран Центральной Азии уже несколько дней подвергают усиленным проверкам на въезде в Россию. Многих из них не выпускают за пределы аэропортов, других депортируют с запретом на въезд. Об этом пишут в соцсетях. Радио «Свобода» сообщает, что в российских городах усилились облавы на мигрантов, а они сами жалуются на давление со стороны силовиков. Назначение этих рейдов – это дешево, эффектно и, по возможности, без последствий продемонстрировать населению России, что власть в государстве якобы эффективна и якобы выполняет пожелания народа. С моей точки зрения, вообще вот эти рейды – это своего рода, они обладают такой легитимирующим таким эффектом для власти. Они определенно соответствуют запросу значительной части населения страны. По словам экспертов, Россия ведет двойную игру в отношении мигрантов из Центральной Азии. С одной стороны, Кремль способствует разжиганию ненависти к приезжим, но из-за их существенного влияния на российскую экономику он тайно содействует их миграции. Также аналитики подчеркивают, что Кремль хочет использовать граждан Центральной Азии в войне против Украины. На уровне областей, регионов России они заключают договора с таджикским правительством об отправке мигрантов в отдельные области, где не хватает рабочих рук. Но одновременно для того, чтобы успокоить ультраправых сил, национал-шовинистов внутри самой России, они должны направить весь этот негатив против определенной группы, а самая незащищенная группа – это таджики. Скорее всего, результатом этих давлений будет то, что таджики, мигранты, вынуждены будут оправдываться, вынуждены будут показывать свою лояльность, патриотизм по отношению к Российской Федерации, не иначе, как участвовать в войне против Украины. Российские чиновники активно обсуждают необходимость ужесточения политики в отношении мигрантов. В частности, это касается ограничения срока трудовых договоров с иностранцами и высылки мигрантов, работающих не по профилю. Эксперты утверждают, что такая риторика не может использоваться слишком долго. По их мнению, ксенофобия на общественном и государственном уровнях будет только вредить российскому руководству, поскольку массовый отток мигрантов очень негативно скажется на экономике РФ. Мигранты находятся здесь не из гуманизма российских властей, понимаете? Мигранты находятся здесь, ну, как сообщество, да? Мигранты находятся здесь потому, что без них совершенно горит экономика. Я думаю, что они добьются, да? Что конкретный парень, там, таджик, киргиз, там, неважно кто, да? Он прикинет, значит так, если поеду в Россию, буду зарабатывать вот столько. А если поеду не в Россию, там еще куда-то, буду зарабатывать, допустим, на там, 40% меньше. Да? Зато меня не будет преследовать полиция, зато меня не будет класть лицом в асфальт, меня не будут пытать и так далее. От дискриминации не спасает и российское гражданство мигрантов. Правозащитница Валентина Чупик, которая специализируется на проблемах приезжих, в комментарии «Настоящему времени» сообщила, что в Черемушкинский суд Москвы каждый час привозят примерно 25 человек на депортацию. Трое из них оказываются этническими таджиками с российским гражданством. По словам правозащитницы, их не обвиняют в правонарушениях. Их обвиняют в том, что надо депортировать мигрантов.